сейчас. И ты ближе, да. Так? Ну, как бы полубоком, но тогда посмотрим на меня. Зачем ты нам нужен? Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Скажите, давно ли вы занимаетесь... С рождения. С рождения. То есть как только появился в руках там карандаш или там уголь, или я еще не помню что, но в 5 лет я уже помню, что я уже рисовала. Значит, мне в 5 лет подарили книгу, называется она «Вчися малювати». Вот с тех самых времен я и рисую. И это правда. То есть я всегда чувствовала, что я буду художником. И когда моя сестра поступила в музыкальную школу, родители хотели, чтобы я тоже ходила. Я сказала, нет, я буду художником, буду продавать свои картины и оплачивать ей музыкальную школу. Ну, как-то так. Вот. Ну, на самом деле рисую я с детства. У меня была детская школа-студия. Медведовский Борис Владимирович, мой самый первый учитель рисования, а вторым учителем рисования у меня был Медников Владимир Исакович. Вот я им очень благодарна за тот творческий импульс, который они вложили в мое развитие, в мое образование. Вот. Все, нажмите кнопку. А что? А, спасибо надо еще сказать, да? Что, не так что-то? Все, скажи мне, все стою, там хорошо, все хорошо, я тебе нравлюсь. Нет, ты скажи, ты с кем работаешь, с моделью или с кем? Ты должен мне сказать что-нибудь там, как я должна стать там. Да? Ну, хорошо. Друзья, я вам всем благодарна за то, что вы пришли на мое мероприятие. Я очень тронута вашими отзывами, которые сегодня прозвучали. Спасибо вам большое. Я все-таки задам вопрос. Задай. Зачем? Ну, зачем идете в горы вы? Это из той же области. Затем. Я ответ один. Затем. Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Вот зачем. Кстати, сегодня в Хатобе маленький принц. Мне принесли очаровательный гороскоп и сказали, что теперь это надолго, выставки и все остальное. В общем, короче говоря, я попала. Так сказала моя учитель по астрологии. Она уже сбежала. Так, не, так не надо. Под маму залазить не надо. Договорились? Так. А где папа? Кто найдет на раз, два, три, тому приз. Я нашла! Отлично. Что вам еще ответить? Писать к папе бегом, у папы ключ.